Добрый день, ребята, мои творческие друзья и гости моего канала. С вами Эльфира Загитовна, канал Империя Творчества. Продолжаем рисовать с вами пейзаж, простой для начинающих. Для работы нам понадобится, как обычно, можете посмотреть в описании под видео. Понадобится бумага для акварели или ватман. Можете нарисовать на холсте, на грунтованном картоне. Закрепила бумагу малярным скотчем со всех сторон. Также понадобится стакан с водой, палитра, салфетка или тряпочка для вытирания кисточек. Понадобятся нам гуашевые краски, красный, белый, чуть черного и синий цвет. Также нам понадобятся кисти. У меня плоская кисточка. Синтетика номер 10. И тонкая круглая кисточка. Также нам понадобится в этот раз губка. Для посуды можно использовать. И понадобится у нас сегодня еще шаблон. Вот такой вот шаблон, если вам видно. Так. Такой вот круг. Я, наверное, поставлю видео без озвучки. Давайте начинать.